До начала весенне-летнего пожароопасного периода осталось недолго. В преддверии сезона лесных пожаров в Люберцах провели смотр спецтехники, которая будет задействована в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. О готовности округа расскажет Богдан Колесников. Перед стартом пожароопасного сезона каждый муниципалитет Московской области прошел тщательную проверку. Межведомственная комиссия, которая работает в Люберцах, ознакомилась с документацией о готовности сил и средств звена региональной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Значительную часть округа составляют леса. Имеется более 33 тысяч гектаров леса, занимаемых Малаховским лесничеством, Тамилинским лесопарком, в которых преобладают хвойные деревья, сосна и ель. Уточнены паспорта населенных пунктов, подверженных лесным пожарам. У нас таких 6 населенных пунктов. Это Лукьяновка, Сосновка, Торбеево, Овражки, Мирный, Малаховка. Для обеспечения пожарной безопасности на территории округа создан оперативный штаб. Силы и средства, планируемые к применению для тушения лесных пожаров и пала сухой травы, проверила межведомственная комиссия Главного управления МЧС по Московской области. Вот и помпу мы комплект дополнительно. Все, и 25-й рукавчик у вас, да, есть? Да. Подстилку на низовой пожар. Помимо Центра лесхоза, Комитета лесного хозяйства и пожарно-спасательных служб, в боевой готовности находятся Объединенный комбинат благоустройства ЖКХ, ЛГЖТ, Люберецкий тепло. Теплосеть и водоканал. На предприятиях сформированы добровольные пожарные дружины и аварийно-спасательные бригады. Мы можем воду брать из любого водоема, который находится поблизости. В случае необходимости электрогенератор, который позволяет выдать 220 вольт. Помпа готова? Все готово. Завести можете? Конечно. К работе весенне-летний период на территории округа будут привлечены 44 единицы спецтехники и более 200 специалистов. В случае необходимости силы и средства привлекут из соседних муниципалитетов. Практика уже сложилась многолетняя, и сотрудники показывают себя очень эффективно, профессионально устраняют любые пожары. Также сегодня осмотрели новую технику, которая была закуплена по национальным проектам, поддержанным непосредственно президентом. И эта техника дает, конечно, дополнительную возможность оперативно дотягиваться до тех самых сложных мест. По результатам проверок межведомственной комиссии, городской округ Люберцы за подготовку к пожароопасному сезону получил удовлетворительную оценку. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.